«Шуми, шуми, зеленый лес». Автор этих строк, поэт Иван Никитин, очень любил природу. Впрочем, как и его современник, основатель Акшуатского дендропарка Владимир Николаевич Поливанов. Вот уже больше 100 лет в дендропарке Барышского района выращиваются экзотические породы деревьев и кустарников. Чтобы поддержать то разнообразие древесно-кустарниковых пород, заложенное еще в 19 веке, трепетное отношение к зеленым насаждениям стараются привить молодому поколению. Памятник природы был выбран местом проведения акции «День посадки леса». Акшуат, конечно, не зря выбран площадкой такого праздника посадки леса, потому что мы должны в год 173-й со дня рождения Владимира Николаевича Поливанова продолжить его детище. Мы должны сделать все, чтобы сохранить этот уникальный наш акшуатский дендропарк. Всероссийская общественная экологическая акция проходит в регионах страны с 2011 года. Ежегодно в посадке леса участвуют волонтеры, представители общественности и исполнительной власти. Школьные лесничества – постоянные участники акции. Наше школьное лесничество существует с 2014 года. Мы участвуем в различных акциях, высаживаем деревья и обогащаем нашу природу. Ели, пихты, можжевельники – всего около 300 саженцев посадили в Акшуате. По области же цифра в разы больше – порядка 35 тысяч саженцев. В каждом из 19 лесничеств будет проходить эта акция, причем в некоторых лесничествах это будет проходить на нескольких площадках. И в общей сложности планируем, что у нас будет задействовано около 3000 человек. В акции «Всероссийский день посадки леса» смогут принять участие все желающие. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.